Итак, друзья, сборная СИМО ВКМ КПУ всегда окажет за ваши бледнем кафе.
На самом деле вопросов куча. Хоть мы в голове, надо сразу
строчку из стихотворения вам будет. О, здорово! Обожаю строчку. Вот, все обожают, я сам не могу придумать какую. Ну, да ладно. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А чё явилась? И продолжите. Только ты дурненькая, Толстая. У нас тут КВН, между прочим. Они какой-нибудь. Это аккуратненько отвечаем. Зрители так задумались, они еще тоже хотят закончить. Вам можно не заканчивать. Просто расслабиться. Все в порядке. Вопрос очень сложный, как мы видим. Никому вопрос Игорь не рассказал перед игрой. Хотя, может быть, вот этому рассказал. Раз плохой или очень плохой. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. А что явилась? То не запылилась. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. А что явилась? Мы же в бане тебе в другую дверь пойми. Передо мной явилась ты. А что явилась? Я, кстати, что явилась? Продлевать будете? Это и молодой уголь. Прошу прощения, можно без «что явилась» в конце? Хорошо. Главное, свои правила диктуют. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Ты очень клевая, серьезно. Но, знаете, вот и сейчас нужней. Отчаянно. А мне не страшно, мы бал проиграли. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А что явилась? А правильно, ничего, а что? Ра-та-та-та, то-то-то-то. И так совпало, что на нашей команде не хватило парней, и нам приходится пользоваться услугой «Муж на час».
финале выступала команда КВН «Всегда кажется». Спасибо! КВН!